Кафедральный собор Рождества Христова был освящен в 2001 году. Говорят, что он был построен на том месте, где когда-то стоял небольшой храм, который построила княгиня Ольга знаменитая. Она первоначально в отместку за убийство своего мужа спалила крепость Коростей. Ну, а потом, когда приняла христианство, приезжала сюда замаливать грехи и построила здесь небольшой деревянный храм. И, в принципе, отсюда уже пошел сам город Коростень развиваться. А на первом этаже находится совсем небольшой Свято-Ольгинский храм, в таком полуподвальном помещении. Ну, а вот основное здание самого собора было, и несколько раз в Коростене, оно постоянно было закрыто. И вот, да, здесь вот и фото-видеоматериалов никаких в интернете я не нашел. Может быть, кто-то поделится.